Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Гороскоп для знака Рак на май 2021 года предрекает немало трудностей на пути к успеху и личному счастью. Лишь сумев измениться, удастся справиться со всеми проблемами и достичь успеха. Благоприятными днями будут 3, 7, 15, 22 и 29 мая. А с гороскопом для знака Рак на каждый день вы можете ознакомиться на нашем сайте. Ссылка в описании. Советы астрологов. В мае 2021 года ракам будет сложно сохранить дружеские отношения с людьми, играющими важную роль в их жизни. Постарайтесь не нагнетать конфликт в отношениях с деловыми партнерами. Очень важно организовать быструю и слаженную работу всего коллектива, чтобы работать как один большой механизм, быстро и продуктивно. Реализацию крупных проектов стоит планировать заранее, вместе со всей дружной командой. Так вы обретаете не только финансовую поддержку, но и новых единомышленников. Не бойтесь полагаться на рекомендации коллег. Вместе вам удастся найти немало интересных задумок и идей. Ракам важно научиться правильно реагировать на критику. Будьте готовы к тому, что к некоторым замечаниям стоит прислушаться. Не поддавайтесь желанию постоянно спорить с окружающими. Только сумев справиться с собственными недостатками и выбрав верное направление в работе, получится выйти на прямой путь к успеху. Проявите целеустремленность, настойчивость и упорство, чтобы достичь новых побед. Работа и карьера. Конец весны потребует от раков еще большей активности и усердия. В начале месяца ваше эмоциональное состояние может стать камнем преткновения в налаживании взаимоотношений с коллегами и деловыми партнерами. Хватит хандрить. В этом месяце важно избавиться от нерешительности. Нужно найти в себе силы и действовать уверенно, решительно и целеустремленно. Не бойтесь проявить инициативу. Профессиональный гороскоп на май 2021 года представителям знака Рак пророчит высокий уровень трудовой активности и новые перспективы на профессиональном поприще. Главное не бояться использовать свои таланты и способности по максимуму. Нестандартные и креативные решения привычных производственных проблем повысят уровень уважения и доверия у начальства. Ракам предстоит стать частью большого и дружного коллектива. Имейте в виду, наиболее благоприятный исход будет иметь работа в команде. Вместе с коллегами вы сможете достичь невероятных результатов. Финансы. Финансовый гороскоп для знака Рак на май 2021 года предрекает достаточно низкий уровень дохода. Стабильность материального положения окажется под угрозой. Однако раки, привыкшие к экономии и рациональной трате денег, смогут достойно продержаться весь месяц. Оформить кредит в банке можно только в крайнем случае. Наберитесь терпения и не теряйте оптимизм. Уже ближе к концу месяца доход может значительно увеличиться за счет повышения заработной платы или новой высокооплачиваемой работы. Семья, любовь и отношения. Любовный гороскоп для знака Рак на май 2021 года пророчит невероятно романтический период, наполненный сильными любовными переживаниями, страстью и вихрем эмоций. В этом месяце рак может повстречать старую любовь. Эта неожиданная встреча может привести к глобальным переменам в жизни, перевернув ее с ног на голову. Если у вас нет пары, то можно рискнуть и начать все сначала. Не исключено и начало новой истории любви. Смело окунайтесь в вихрь страсти и взаимности. Однако важно не терять рассудок. Новые отношения могут положительно сказаться и на профессиональной сфере. Главное не пытаться перевоспитать избранника и не мучить его своими нотациями. В противном случае можно оказаться в числе тех раков, которых в мае 2021 года может ждать разрыв отношений. Здоровье. Серьезных проблем со здоровьем в этом месяце не ожидается. Гороскоп на май 2021 года предрекает хорошее самочувствие и достаточно высокий энергетический запас. Однако в начале месяца подопечные этого знака могут впасть в депрессию. Важно держать себя в руках и не сеять вокруг негатив.
Нужно хорошенько отдохнуть и поскорее успокоиться, чтобы избежать нервного срыва. Соблюдайте режим дня. Не лишними будут занятия в тренажерном зале. Постарайтесь чаще бывать на свежем воздухе. Все это поможет привести себя в форму перед жарким летом и позволит улучшить состояние здоровья. Верьте в лучшее. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на IMDb. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!